Друзья, я приветствую вас на канале Капитан Герман. Как вы видите, погодка у нас совсем не блещет, поэтому сильно красивых кадров, наверное, не получится. Но, тем не менее, для рубрики «Ответы на вопросы» это не страшно. Поэтому давайте сейчас рассмотрим следующий вопрос. Чекины и регистрации и правила оформления захода лодки в иностранное государство. Итак, вначале я расскажу вам, какие документы нужны. То есть, предположим, у вас уже не первый заход, то есть вам нужен сертификат на лодку, в котором есть там описание всех там колл-сайнов, всех позывных. Это обязательно, без этого вас не зарегистрируют. Далее, вам нужны паспорта. И вам нужен порт клиренс с предыдущего места выхода. То есть этой бумажки одного формата нет. Каждая страна выдает такие бумажки на свое усмотрение. В некоторых нужен крюлист, в некоторых не нужен. Некоторые не делают крюлиста на выходе, но какие-то страны запрашивают его при заходе. Он записывается от руки. То есть, в принципе, вам все, что вам нужно, это когда вы делаете чекаут, сказать, сколько вас человек, куда вы дальше идете, выдают вам бумагу, с которой вы регистрируетесь при заходе в порт. Теперь о том, как регламентируются заходы. Территориальные воды считаются 20 миль от береговой линии. Но на самом деле при заходе в территориальные воды вам совершенно не нужно о себе анонсировать. То есть вы уже анонсируете непосредственно в port of entry. То есть для каждой страны есть список портов, которые вы можете посмотреть. Я пользуюсь, есть такой сайт, Noonsight. Можете посмотреть по ссылочке, я ее размещу под этим видео. Там есть правила оформления во всех странах мира. Это большой сайт, который наполняют сами яхтсмены. И в принципе информация, ну, не супер точная, но какую-то общую картину вам может создать. И в большинстве своем так оно и есть, за некоторым исключением. Вот. Значит, подходя к port of entry, там буквально там за милю, за две, я сейчас рассказываю о правилах, как это должно быть. Вы просто связываетесь по радио, порт контрол, и говорите о том, что вы заходите. То есть, если вам отвечают, окей. Но в большинстве своем вас, скорее всего, отвечать вам не будут, потому что ваше присутствие вообще никого не интересует. Но в целом вы о себе заявили и идете дальше. Далее вы подходите уже непосредственно к месту вашей стоянки, либо же к какой-то карантинной зоне. Но обычно это место стоянки, либо марина, либо просто буй, либо там где угодно. И становитесь, едете на берег, идете во все эти службы и оформляетесь. Иногда получается их вызвать, и по некоторых странах они могут приехать к вам на лодку. Первое, оформляется карантин. То есть это желтый флажочек поднимается под правой краспицей. И приезжают карантинные офицеры, смотрят, не больны ли вы, не несете ли вы какую-то заразу из опасных регионов в страну. После того, как карантинный офицер ушел, приходит иммиграция. С иммиграцией все просто. То есть, если вам визы не нужны, они ставят штампик. Если вам визы нужны, вам нужно было бы об этом позаботиться заранее. То есть, либо сделать через интернет, либо в ближайших странах есть посольство, консульство, которые за это отвечают. Туда идете и оформляетесь. Но мы делаем так достаточно редко, потому что есть масса стран, в которых можно оформиться непосредственно при прибытии. Ну, либо же электронный чекин, как сейчас в Кении. Вы просто заходите на сайт eCitizen, там кенийский, и себе получаете визу онлайн. Вы приезжаете, показываете там на компьютере, на распечатке, неважно, что у вас есть виза. Они ее могут себе переписать, ставят вам штампик в паспорт. Все. Далее таможня. То есть таможня оформляется обычно на 6 месяцев, на год, иногда безлимитно, иногда на 3 месяца. Это в зависимости от страны. Это тот период времени, когда сколько ваша лодка может находиться в стране. Ну и, естественно, если вы везете там оружие, какие-то запрещенные грузы, это нужно декларировать. И как раз таможня ответственная за все эти мероприятия. Если у вас есть оружие, по правилам многих стран, вам нужно это оружие задекларировать, ну и его, скорее всего, сдать.
То есть, и потом, когда вы будете выходить, вам его отдадут. Но если вы хотите походить по стране, то вам придется вернуться в место, с которого вы начали, для того, чтобы уйти дальше. То есть, это неудобно. Но за это отвечает таможня. Все. То есть, вам таможня может выдать бумажку, если есть какие-то очень серьезные правила по оформлению лодки в стране, чтобы береговая охрана, например, приехала и проверила, что вы здесь делаете. Но, в принципе, обычно этого не делают. Когда вы делаете чекаут, в принципе, последовательность обратная. Вам выдают бумажку, как я показывал, со Шри-Ланки. И вы идете с этой бумажкой себе дальше, куда вам нужно. То есть, это то, как это работает официально. Есть правило, по которому вы можете находиться в стране 48 часов для пополнения провизии, для пополнения воды, топлива. И в этом случае вам чекин проходить не нужно. И вы можете находиться в стране даже в том случае, если у вас нету ни виз, ничего. То есть вы в абсолютно любую страну можете зайти, иногда поругаться с портовыми службами, иногда не поругаться. Но все цивилизованные страны позволяют вам находиться в стране для, скажем, или для ремонта, чем иногда некоторые люди пользуются. То есть у меня были проблемы с лодкой, когда мы зашли на Таити, это французская Полинезия, French Outremer территории, и нам нужно было обязательно визы, которые выдает посольство Франции. Естественно, этих виз ни у кого не было, мы простояли там месяц, потому что High Commissionary нам дали разрешение для того, чтобы мы могли лодку отремонтировать. Но это нужно официально все провести, иначе могут быть проблемы. То есть нам дали 30 дней на ремонт. Поэтому такими правилами тоже можно пользоваться, но вы должны четко понимать, что у вас поломано, потому что могут прийти к вам на лодку люди, которые действительно разбираются в том, что у вас поломано. И если обнаружат, то вас просто выгонят сразу с порта, и на этом ваше прибытие закончится. Теперь, опять же, если есть страны, в которых проверяется официальными службами только территория припортовая или port of entry. Есть страны, в которых есть Coast Guard, который патрулирует всю береговую линию. И если вы зашли и стали в место, которое, ну, красивый пляж, и у вас нету чекина, вас могут проверить, и тогда будут у вас большие проблемы. Но в многих странах это не происходит, это не проверяется, а даже если проверяется, в большинстве стран, которые лояльны к яхтингу, вот так вот смотрят сквозь пальцы, зашли, окей, потом придете зарегистрироваться. Поэтому этим тоже можно пользоваться, просто нужно понимать, куда можно идти, куда нельзя, а это локальное знание, то есть вы, допустим, приходите там, я не знаю, куда-то там, на Вануату, вы идете в Тонга, это соседнее государство, и спрашиваете у яхтсменов, можно ли это, нельзя. Допустим, на Фиджи нельзя, на Фиджи вообще нигде останавливаться нельзя, потому что могут быть сложности. Нужно прийти в Port of Entry, получить пермит специальный, и потом уже идти по островам, которые вы хотите навестить. Например, Вануату нужно о себе заявлять заранее. Пишешь им письмо, говоришь, что вы идете, заполняете минимальную анкетку, и туда приходите. То есть, я еще раз повторю, что этим всем можно пользоваться, если вы понимаете, что вы делаете. Еще раз. Google, Noonsight, читаете, спрашиваете. Там есть даже, наверное, форум какой-то, но я никогда не пользовался, потому что я спрашиваю обычно локально. Вот, допустим, мы сейчас находимся в Кении. Мы будем идти, следующая остановка будет при выходе из Кении. Это будет, скорее всего, Пемба. На этой Пембе, я не знаю, как оформляться, но вот я спрошу здесь у ребят, мне покажут точку, где нужно оформляться, где хорошие якорные стоянки, и мы приходим, там оформляемся, то есть мы уже знаем, что делать дальше. Ну и, соответственно, там мы спросим, там, Занзибар, может быть, Мадагаскар, куда идти, где оформляться, и, может быть, спросим здесь наперед. То есть мы получаем всю эту информацию, и уже с этой информацией мы идем дальше. Иногда бывают проколы, и уже импровизируем по месту, но в целом, мы не нарушители, поэтому ничего страшного, если вы не знаете локальных законов. Ну, главное там совсем не налажать, потому что могут быть проблемы. Например, если вы гражданин Израиля и вы зайдете в Брюней, ну, тогда могут быть большие проблемы. В общем, я вкратце вам рассказал о том, как происходит оформление. Спасибо вам, что вы были с нами на нашем канале. Bye-bye!